муниципальном центре управления регионом состоялась встреча с гражданами, участниками строительства, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. Жилищные вопросы с населением обсуждали первый заместитель главы городского округа Кристина Мадатова, исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Химок Алексей Татаркин и представитель Министерства жилищной политики Московской области Игорь Ильин. В ходе встречи дольщикам, в принципе, разъяснили всю сложившуюся ситуацию, выяснили и им, опять же, рассказали сроки реализации их прав на получение квартир. Среди тех, кто посетил встречу, были и жители недавно присоединенных районов. Жительница ЖК Митина Дальняя Лариса Самойлюченко ждет окончания строительства своего дома 8 лет. Рассказывает, что какие-то изменения в этом деле начались в конце прошлого года. Пришла узнать, как обстоят дела на стройке в данный момент. Были вопросы по канализации, по газу. По некоторым домам, которые не так активно, на наш взгляд, строятся. Но представители следственных органов сказали, что у них это все на контроле. Технический заказчик дал отчет. Смотрим за этой ситуацией. Надеемся, что все обещания выполнены. Участникам встречи предоставлены ответы и даны разъяснения по восстановлению их прав. Администрация Химок совместно с Министерством жилищной политики Московской области прилагает все усилия, чтобы проблемы дольщиков были решены в ближайшие сроки.